Пожарным позвонили соседи. Из-за глубокой ночи огонь заметили слишком поздно. Когда на место прибыли специалисты, деревянное строение уже полностью было охвачено огнем. Войти внутрь было невозможно. В любой момент могла обрушиться крыша. В доме находились 60-летняя женщина и ее 5 несовершеннолетних внучек. Хозяйка дома успела до того, как потеряла сознание, выбить стекло и выбросить 2 7 и 8-летних внучек на улицу. Одна из девочек находится в тяжелейшем состоянии. Она получила ожоги 50% тела. Ребенка немедленно госпитализировали в центральную районную больницу Могойтуйского района. По данному факту Агинским межрайонным следственным отделом Краевого следственного управления проводится доследственная проверка. Проведен осмотр места происшествия, опрошены очевидцы, пожарные, работающие в месте инцидента, ну и другие граждане. Сейчас назначено по телам судебно-медицинское исследование с целью установления причин смерти. Также по предметам и электроприборам, изъятым в ходе осмотра места происшествия, назначено пожарно-техническое исследование. В настоящее время устанавливаются обстоятельства произошедшего. По результатам проверки будет принято процессуальное решение.